düştüm dermanını ararım. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Yari ararken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zormuş meğer, zormuş meğer. Yari ararken yardan aradım. Yardan ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Zormuş meğer, zormuş meğer. Sırmış meğer, sırmış meğer. O yarın sırrına ereyim dedim. Arifler keşfeder ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost. Sırmış meğer, sırmış meğer. Erzurum çarşı pazar, neylim aman aman, neylim aman. Sarı gelin içinde bir kız gezer. Ninen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin. İçinde bir kız gezer. Ninen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin. Диван САС, Мигдан САС, но очень легкий инструмент. И самый маленький инструмент называется Джура. В Турции очень много исполнительных инструментов, кроме этого, значит, есть просто консерваторские курсы, где проходят и изучают эти инструменты и стили, музыку соответствующих инструментов. А традиция исполнения на этих инструментах, она очень богата. Сейчас Мустафа нам сыграл и спел песню, это известнейший Ашук. Раджа Оглан. Кроме этого, все очень богаты другими ошибками. Очень много. Вот, например, в 20 веке был очень популярный ошиб. И
его песни даже поет. Ну, Саркара, наверное, все слышали много песен, конечно. «Ашик Весель». «Ашик Весель» интересный. Нам ничего, собственно, не мешает здесь, в Крыму, эту культуру возродить, потому что эта музыка, этот инструментарий существовал здесь на протяжении веков. Эта музыка звучала в длине веков. Я, наверное, лучше поиграю, чтобы моему сожалению принес какую-то лекцию. Но я для сведения просто какие-то будет информации вам